Всем здорово, ребят. Ну что, тестирую я вам тут новые сборки мега-героя. Короче, завтра будет у вас трэш. Я вам этот видос открою завтра. Обязательно не пропустите. Одна из топовых сборок. Вот именно такая. Там плюс нюансы есть. В общем, будет классный видос. А мы поехали на Тайвань. На Тайване должны сегодня у нас открыть шарик. Уже, в принципе, время я пока тестил, пропустил. Пока рендерится видос. Так, есть, отлично. Смотрим. Воу-воу-воу, ничего себе. Ну, что я могу сказать? И обмен героев, обалдеть. Ну, блин, ребят. Еще какой-то обмен. Обалдеть. Это что такое? А, это типа можно обменять, что ли? Там у меня 16 тысяч, я могу обменять их. Типа на такие. А ну-ка давайте попробуем. В общем, типа вот такая вот у нас обмен. Типа как сохранить ресурсы, насколько я понял, они придумали. Жесть, ребятушки. Это, конечно, весело. Так, давайте посмотрим изначально, что по акциям, и потом разберемся по шарику. Вот, есть. Это акция за один самоцвет. Очень обалденная. Так. Пакет накопления здесь не поменялся. Вот такая акция за 300 тоже классная, надо забирать. Так, это за донат. Плюшки. Это все плюшки, которые были. Так, здесь у нас понятно. Пиратище открыли. Так, ну пират, я не знаю, на немке там пират просто жесткий по сравнению с этим. Так, ну и тут нам надо зефирку, кстати, собирать. Отлично. Так, смотрим, что тут у нас. Какая-то акция. Сейчас посмотрим акции, разберемся с вами по шарику. Ну, шарик реально обалденный. Обмен героев, как обычно, наверное, на русском профукают, но 100% то, что у нас будет наборчик за один самоцвет должен быть, по крайней мере. На английском есть, и на Тайване здесь дали, то по идее на русском и на остальных тоже должны дать. Так, что-то подвисает эта акция. Давайте попробуем эту. По-моему, три верхних у нас были новенькие, но что-то оно сегодня тупят сервера. Видите, что-то не хочет показывать. Не хочет нам давать наши имба акции. Возможно, они уже закончились. Кто знает. И это есть. В общем, как обычно, ставьте лайки и ждите новых видосов. Интересные видосики я вам пилю. Герой действительно обалденный. При правильной сборке он будет нереально круто портить нервы вашим противникам. Так, вот такие вот плюхи мы забрали, и теперь поехали посмотрим по шарику. Что у нас есть? Так, спасательные круги, лето. Тут награды, наверное, плюшки не поменяли. Дальше скины. Скин дали на рогатку, но в принципе как вариант, почему бы и нет. Ну, такое себе. Мало кто использует там много талантов на рогатке, поэтому хранилище и этот, так же как и в прошлый раз, 20 дней дают скин на рогатку. Но, наверное, вот это вот более востребовано для бездоната. Вот собрать вот эти камешки, ну, эти камни, я не знаю, дороговато получается, Unreal просто. Книги то же самое, что-то они загнули цену. Что за книги, что за камни. Вот реально, что я бы отсюда в первую очередь брал без донатов, это камешки и скин на рогатку, потом уже скин на здание. Но скины на здание тоже надо забирать. То есть 4 вот этих, в принципе, это самое востребованное. Так, поехали дальше. Смотрим, что у нас здесь. Вот, нифига себе, обмен ПБшки. Обалдеть. Так, обмен Ренка 9 на 2 камешка на прокачку. Обмен седны 10 200 левела плюс 5000 самоцветов плюс это. О, ничего себе, на 10 талант. Ого, нифига себе, это реально жестко. Вот это, конечно, круто, надо над этим подумать.
Ну, это что-то заоблачное, конечно. 20 этих надо иметь. 5000 самоцветов. Ну, как-то непонятно, конечно. А тут 500 надо этих. То есть надо теперь, получается, нам копить ресурсы для того, чтобы еще обменять плюс 200 слизней. Ну, ладно. Ну, короче, это для донатов. Это реально вот это вон бред. Получить десятку, две штучки. Не знаю, ну, так вот. 4 пятерки, 2 штучки, тут 2 штучки можно получить. Ну, вот этот вариант, конечно, можно поменять, потом когда-то собрать, но я не знаю, стоит ли оно того. Давайте попробуем вот это, вот сделаем обмены. 7000. Так, еще вот эти могу обменять. Ой, это очень круто будет, если это будет на всех серверах. Поехали посмотрим. Что у нас есть? Да, вот они есть. А если потом я их захочу обменять, 1000 получаю с каждого. Ну вот так вот, типа они решили нам не увеличивать. Я не знаю, с чем это связано. Не увеличивать максимальное количество, дать возможность менять. Но это было бы классно, если бы это было на постоянной основе для всех ресурсов. Но это для донатов чисто эта тема, как сохранить типа кристаллы. Ну, в принципе. Я считаю, что это неплохо. Так, а ну-ка, если обменять обратно. 1000 получил. Заходим сюда обратно. Ну, вот так вот. Ну, то есть мы, по сути, ничего не меняем, только теряете количество попыток. Ну, теперь можно хоть открывать. Еще бы они, конечно, это придумали для книг. Теперь можно открывать нормально сундучки. Вот, например. А нет, это у нас какие? Это у нас четвертые. Это немножко не те сундуки. Кстати, я так и не посмотрел, у меня здесь смотрители прокачаны или нет. Сорок восьмые, да, здесь уже все прокачано. Ну такое, что я могу сказать? Это типа на один заход можно сохранить, чтобы дальше донили. Ну а так по шарику реально вот то, что классно, то, что халява, это десятые вот эти. Выгодно десятый этот брать, это все бред полностью. Ну если есть возможность забрать скины, потому что их проблемно получить. Ну а здесь менять это жесть. Как по мне, герой на карту и на этот. Явно это явно сделано не для бездонатов, а для донатов, потому что, ну, да и даже для донатов, блин, для среднего доната тоже невыгодно очень. Проще фармить, если там, конечно, шансы на эту локацию такие мелкие, что нереально просто зафармить, тогда да. А если шансы более-менее нормальные, то я думаю, что выгоднее все-таки там. Но опять же, это на русском сервере не будет. Это будет у нас только на английском, там на других, на русский сервер почему-то обмен у нас не завозят. Не знаю почему, чем это связано. В общем, как обычно. Ну, по поводу ПБшки еще куда ни шло. Ну, опять же, если у вас есть 200 слизней, а это больше донатная часть. Ну, можно было там некоторые без донаты тоже пополучали слизни, но не по-любому их потратили на прокачки. Поэтому как бы брать вот это, я не знаю, это чисто для доната, это чисто для доната. Но это еще куда ни шло там, и то опять же без дона не будут сливать своего франка, который у них там скорее всего один. Вот эта акция только чисто для доната в обмен. Только один обмен. Все остальное, скажем так, ну, такое себе. Что-то они увеличили эти награды, точнее плюшки, и нереально теперь собрать 4 тех же самых скина. Вот, я не знаю, лучше вместо скина буду 10, 9, точнее, рунки покупать, чем собирать там скины пока, потому что это более востребовано. Хотя кто его знает, они могут все поменять. Сейчас, в принципе, девятые падают с локации, вроде как бы так, знаете, в кавычках, с локации, где стоит 11, 11 демонов, которых просто нереально убить. Вот так вот, то есть, не знаю.
Посмотрим. Такой себе шар. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.